это наш кемпервен Case Sawbullet. Дом на колесах, или, скажем так, прицеп на колесах. Сейчас на улице, как видно, минус 10 по Цельсию. Байки сами по себе не замерзли, но открыть и слить воду невозможно, потому что на улице минус. Вот приобрел несколько предметов для того, чтобы отогреть этот трейлер и чтобы все, что замерзло, там растаяло, и можно было спустить воду. Также несколько мотков малярной ленты, чтобы прикрепить утеплитель. А вот, собственно, и сам утеплитель, который мы будем использовать для этого. Так, вот что у нас получилось. Закрыли, получается, трейлер со всех сторон. Температура на улице минус 6 показывает сейчас. Так, я подключил шланг для того, чтобы слить грей, то есть серую и черную воду, так называемые. Вон видно стоит печечка, выливает как раз место, где находится кран для серой и для черной воды. Пошла водичка. Вот она как работает, греет газ. Вот эта часть очень хорошо нагревается. Думаю, использовать ее также, когда потребуется нагреть какую-то комнату, например, или что-то такое.